В Самарском художественном театре премьера Карла Гальдони «Нет женщин, нет проблем». В чем особенность работы режиссера Олега Скивко? Какие яркие актерские работы можно увидеть в театре? Смотрите программу «Город С» 1 марта в 18:15. Гости в студии: Алла Набокова, директор Самарского художественного театра, актриса Дмитрий Давыдов, актер, режиссер, исполняющий обязанности художественного руководителя СХТ, Анна Макарова, актриса СХТ, Андрей Стенькин, актер Самарского художественного театра.